Подавляющее большинство предприятий, порядка 90% респондентов из регионов присутствия Волговятского ГУ Банка России, в первом полугодии увеличили инвестиции или сохранили их на уровне аналогичного периода прошлого года. Это данные оперативного опроса Банка России. Наиболее позитивные оценки динамики капитальных затрат в первом полугодии в стране сложились у металлургических предприятий. К примеру, инвестиционный план завода в Самарской области на текущий год вдвое превышает фактические инвестиции прошлого года. Всего за это время в Волговятском макрорегионе были завершены несколько инвестпроектов. Первые 6 месяцев этого года завершены несколько инвестпроектов. Например, в Нижегородской области началось серийное производство механических коробок передач для легковых грузовиков и внедорожников. В Чувашии завершился очередной этап модернизации на производстве солнечных модулей и электростанций. В Ульяновске введены 2 новые линии по производству алюминиевых банок для напитков. А в Саратовской области мебельная компания открыла цеха по сборке мягкой мебели. Среди факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность, компании отмечали в частности проблемы с логистикой, стоимость займов и дефицит кадров. Но несмотря на эти ограничения, предприятия Волговятского макрорегиона и России в целом сохраняют позитивные ожидания относительно динамики инвестиций в текущем году.